жизни, тоже не сразу, путем проб и ошибок. Это система Иванова. Я уже 30 лет купаюсь в проруби по системе Иванова. Но оказывается, это не только оздоровление, если глубоко копнуть. Там вот та самая философия, о которой вы говорите, очень глубокая. И получается, что из всего, что багаж знаний большой по всем направлениям, я еще и художник, веду преподаватель, веду студию для взрослых, то философия системы Иванова, она объясняет многие понятия, до которых, вот почему я работаю со взрослыми, с теми, кто уже достиг определенного уровня, много чего постиг, и его уровень уже требует развития, он сам чувствует, что вот, это прекрасно, это счастье, но надо еще идти дальше, потому что счастье – это побочный продукт. Оно происходит только в процессе какой-то любимой работы, какой-то любви, какого-то роста. И вот это самое увлекательное, когда человек уже со своим багажом, причем в разных совершенно профессиях, вдруг постигает, что дальнейший путь – это еще большее счастье, чем то, что он достиг в процессе своего развития. И вот это очень увлекательно, поэтому школа у меня называется «Школа андрагогов», то есть взрослых это в переводе, потому что педагог – это в переводе раб, который ведет ребенка в школу. Вот. И развитие, ну как считается, последипломное, что ли, ну, независимо от того, человек имеет диплом или нет, все равно это определенный уровень. И сейчас потрясающе, что мы собрались сейчас, 25 по ноября по 5 декабря, из знаков зодиака ходит змееносец, которого не было раньше в нашей галактике. То есть это говорит о том, что мы имеем возможность. Это выход на новый виток эволюции. Что удивительно, что именно в это время мы собрались, и это у нас выход на новое понимание вообще всего, что было. Это новый знак зодиака. Леночка прекрасная. Да, уходит. Дополнить. Значит, подразделение у Леночки прекрасное.